Здравствуйте. Спасибо, да. Я крутой, ну, я не Игорь Крутой, я крутой продюсер, как раз Светланы Холодниковой, который сейчас перед вами выступит. Итак, сейчас на подходе мои музыканты. Простите, они там немного задержались у меня на выходе. Сейчас я потороплю. Здорово, вы где? В метро в пробке? Где? На Литейном? И вы что, в Питере? Молодцы. А как же? Хорошо, тут люди. Приедете, я... Все. Извините. Попал. А в зале нету, случайно, Лапухов, а? Ребят, помогите. Кто играет? Да, вот инструменты есть, а? Не надо! Чего не надо? Нет, ребят, погодите. Плачу сразу. Евро. О, молодой человек! Вы с голоса? А? С музыкального конкурса? Голос, да? А? Пить будешь? Молодец, давай. Так, еще желающие есть? Ох, вы же. Вы в лядуре играете? Да. Играете? Да. Да на любой, давай какую. А, выбирай. Так, а еще желающие есть? О. Do you speak English? Дуете, да? А, дуете, вот. Вот, дуйте. Фу, кажется. Это что, из Песняров, что ли? А? Не надо! Пресняков? Нет? Не надо! О, шутки, ну, Господи, Боже мой. Благодарить! А! Фу, не надо благодарить. Так, хорошо же ты. Фу, кажется, команду набрал. Так. Орлы! Да, а что-нибудь исполните, можете так-то вживую, а? Ну-ка. Фух. О, пошло дело. Твою девизию. А ну, ладно, сойдёт. Играй. Попал. Так. Стоп! Хорошо, давайте, а что-нибудь совместное такое творчество придумайте, так, вы хоть ноты знаете? А, нет, на слух? Да, голос отдыхает. Ну-ка попробуйте, давайте послушаем, что можете вместе. Так, ага, да. Давайте, ля диез, ля мажорчик, это у нас соль диез. Да. Да, нет, они на страйпах сыгрываются, ребята. Да. Контракт погорел. Так. Вроде ничего, а? Итак. Так, замечательно. Итак, дорогие мои друзья, перед вами выступает мега-звезда нашего проекта Светлана Холодникова. Попросим, пожалуйста, Светочка, выходите, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем. Господи. Что, Господи? Алекс, кто это? Да пацаны. Алекс, кто это? Фу, только что просто. Ты понимаешь, да. У меня дорогой костюм, прическа, дизайн. Что это за развалины Древнего Рима? Ты что не знаешь? Львы в музыке, понимаешь? Бетховен на Моцарте. Ну, они просто... Такое ощущение, что они вчера познакомились. Да нет, можно посидеть только сегодня. О, сейчас. Так, да. Ладно. Да. Что есть, то есть. Зрители есть? А, зрители есть, пожалуйста. Да, продюсер есть. Ну, кажется, он скоро будет уволен.
Не надо. Поехали. Что? Ну, что будет? А, мужики, не подкачайте. Мужики? Да. Плачу наличными. Давайте, честно, валидол будет. Они ноты знают вообще? А это они сыграют. Сейчас. Сыграют. Минуточку. Господи, пронеси. Я все говорю, арлы львы. Так, что, поем, да? Давайте. Ребята, сосредоточились, да? У нас все там, помню, с WhatsApp связано. Да, тетя и WhatsApp. А, тетя и WhatsApp. Ну это же, это же не арлы, это же, знаешь, это же... Смотри, как... Ну сейчас посмотрим, Алекс. Холодок, посмотрим. Это холодок 100. Вот холодок, у меня название, это холодок. Тетя и WhatsApp. Каждый ваш денёчек начинается вот так. Доброе утро, хорошего дня. Разошлите это всем и не забудьте про меня. Тётя любит Пасху, 1 мая и Новый год. И ещё больше картиночек не шьёт. Мне тётя пожелает хорошего сна. И каждое утро хорошего дня. Разошлите это всем и не забудьте про меня. Не прерывай цепочку, получишь миллион. Миллион сообщений на свой телефон. Спасибо.